Когда Моисей после 40-дневного пребывания на горе Синай спустился со скрижалями в руках и увидел, что народ за это время малое, забыв о Боге, пляшет вокруг золотого тельца, то пришел в такой страшный гнев от вида их пиршества, что разбил о скалу скрижали с заповедями Бога. И после этого только народ раскаялся. Бог велел Моисею вытесать две новые каменные скрижали и принести ему для повторного написания 10 заповедей, что говорит о том, что он любит человека, потому что человек, без всякого сомнения, создан по подобию и образу Божьему. Он не мог оставить человечество без этих заповедей, которые всем хорошо известны.